Заслуги земляков в освоении космического пространства сегодня вспоминали и в селе Шоршилы Мариинско-Посадского района. В памятную для мировой истории дату музей космонавтики с самого утра принимал гостей. Андриан Николаев, Николай Бударин, Муса Манаров. Наши земляки прославили Чувашию на весь мир. Первым из них для нашего народа стал тот, чье имя гордо носят улица, сквер, библиотека, школы, аэропорт и многое другое. Глава Чувашии и гости мемориального комплекса возложили цветы в часовне на могиле дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, космонавта Андрияна Григорьевича Николаева. Руководитель региона посадил кедр на аллее почетных гостей, ознакомился с уникальной экспозиции музейного комплекса.